Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на вот такие вот злаковые печеньки с цельнозерными злаками и с яблочными кусочками. Вот так они должны у нас выглядеть. И мы должны найти кусочки там еще яблочко. Посмотрим. Да, кстати, это новинка, юбилейная. С этой стороны она выглядит вот так. Довольно интересно. Ее можно поставить так, да? Можно так положить, например. Так, здесь у нас 171 грамм, 6 упаковок, в каждой по 2 штуки. Так, одна штука весит 14 грамм с мелочью. И давайте же посмотрим состав. И пищевая ценность. Так, килокалории у нас 550. Ой, нет, господи. 131 килокалория в одной штучке. А нет, в одной как раз упаковочке, да, получается. В одной упаковке у нас 131 килокалория. Вот, а в 100 граммах уже получается 461 килокалория. Ну, как раз там полная пачка получается где-то около 800, наверное, килокалорий. Довольно, кстати, такая она. Так, давайте ее откроем. Открывается она здесь вот за язычок. Надо дернуть. Оп. Так, что же у нас там? Так, пусто. Честно говоря, я думала, они хоть чуть-чуть будут упакованы красиво, а, например, как овсяные. Нет, господи, что ж там было-то? Ну тоже я делала обзор, тоже что-то там злаковое, там были они хотя бы упакованы, у каждого была красивая упаковка. Не помню, как правильно это называется. Вот здесь видно, что они круглые. Вот эта фольга сама тонкая. Ну, вот она, видите. Она тонкая. Так, здесь у нас их 6 штук. Все правильно. Так, и давайте посмотрим, что же у нас там внутри. Так, наша тарелочка. Вы видели, она даже открылась довольно легко. Ну, выглядит, конечно, они совершенно по-другому. Что находится здесь и что здесь. Совершенно по-другому отличаются. Так, кусочки яблока. Наверное, вот оно яблоко, я так понимаю. А выглядят они, честно, не настолько красиво, как мне хотелось бы, как, допустим, здесь. Но пахнут они обалденно, пахнут яблочком, пахнут, вот разламываются. Так, давайте попробуем. Так, сейчас. Ну, здесь тоже, да, видно. Наверное, это яблочко, я так понимаю. Хотя оно какое-то темное, кажется, что какая-то ягода, черника там или что-нибудь. Ну, да ладно. Так, здесь вот видно, что какие-то кусочки, как будто ореха даже. Мне так кажется. Не знаю. Давайте пробовать. Они очень вкусные. Аромат яблока присутствует. Хрустящие, не жесткие. А в меру сладкие, не приторные. Такие жуются прям хорошо. Такие рассыпчатые прям. Такие вкусные очень. Там все хорошо перемолото.
Все прям такое. Но пожевать надо, конечно, надо. Вот они, какие-то кусочки побольше. Наверное, скорее всего, мне кажется, это орешки там. Но они вкусные. Но на вид, конечно, выглядит совершенно по-другому, не так красиво. Ну, не знаю, мне казалось, что они будут выглядеть так же, и как-то я уже привыкла к этому красивому печенью. А тут вот как бы другое, немножечко расстроился, если честно. Тем более, кстати, тут не видно вот эти вот какие-то непонятные пятнышки. Тут кажется, что как будто яблоко, вот оно и есть, такое беленькое какое-то. Вот. Буду ли я покупать еще? Да, наверное, буду. Оно мне понравилось, в принципе. Вкусно, прям хрустящее такое. Хочется, знаете, как чипсы друг за дружкой. Прям мама-мама-мам. И все. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Money. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Напишите свой отзыв по поводу этих печенек. Пишите именно в YouTube, чтобы ваши отзывы видели другие люди. Потому что, может быть, вам попало что-то по-другому какое-то, или, может, вам не понравилось. Напишите, чем вам не понравилось, чем понравилось. Также смотрите мои другие ролики, мои также обзоры на другие продукты из Фикс Прайса, Светофора, Победы, Пятерочки, Перекрестки. Много-много-много всего. Также у нас есть влоги. Как мы с сыночком живем, отдыхаем, развиваемся, путешествуем, гуляем. Скоро лето, начнем еще больше гулять, путешествовать. И с вами был канал Art Money. Всем пока-пока!